Угощение со стола ребята сметают со скоростью света. Только и успевай подавать. Малыши в это время испытывают горкие качели на прочность. А представители старшего поколения заняли зрительские места и наслаждаются концертом. Во дворе домов по Московскому шоссе настоящий праздник. Площадку благоустроили по программе «Двор, в котором мы живем». Тут был просто пустой двор, какие-то одинокие качели стояли. Мы сюда приходили гулять с друзьями, но сразу уходили. Ну вот честно, вот как мне танцору больше всего понравилось, это, конечно, сцена. Потому что обычно мы выступаем на обычных площадках, там, где негде переодеваться, а тут все обустроено. Детская площадка, дорожки, скамейки. Жители в восторге от результата. Тем более, что за ходом работ наблюдали все лето. Следили за выполнением этих работ. То есть какие-то недочеты, если не выполнялись, мы указывали на эти недочеты. То есть совместно именно с инициативной группой и жители этого двора. То есть мы вот как раз контролировали полностью весь процесс. Теперь, говорят жители, отмечать праздники будут, как в старые добрые времена, всем двором. И сцена пустовать не будет. Концерты, Новый год, Масленица. В планах десятки приятных событий. Марина Матвеевна, Павел Пресняков. События.